В 11-й раз в Твери подвели итоги ежегодного областного конкурса «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда». С торжественной церемонией награждения победителей репортаж нашего корреспондента. За последние 5 лет численность травмированных на производстве уменьшилась в 1,5 раза, а занятых на вредных производствах и опасных условиях труда снизилась на 13%. Количество случаев профзаболеваемости сократилось в 3,3 раза. И самое главное, появляется уникальная возможность показать свой опыт, свои достижения в создании безопасных условий труда в своих организациях, на производстве, в учреждении. Я бы хотел всех поблагодарить за профессиональную работу и наши совместные с вами усилия в достижении главной задачи – сохранения здоровья и жизни людей. В этом году в конкурсе приняли участие 68 организаций специалистов по охране труда различных отраслей Верхневолжья. Машиностроение, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, торговли и услуг, учебные и медучреждения. Другие. Лучших выбирала конкурсная комиссия. В итоге в номинации «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» среди предприятий непроизводственной сферы признана 7-я горбольница Твери. В ее стенах сегодня трудится более 900 специалистов. Самое главное – это создание хороших условий труда. У нас производственного травматизма вообще нет. Среди предприятий производственной сферы с численностью до 100 человек победителем стала линейно-производственная диспетчерская станция «Торжок». До 250 человек АО «Сибур-ПЭТФ» Тверь. Свыше 250 человек АО «ДКС Тверь». А лучшим специалистом Верхневолжья по охране труда признан Евгений Горынин. Современный бизнес, он современен во всем. В технологиях, в производительности труда, безусловно, в безопасности. Вещи, которые всегда сопутствуют и стоят рядом для достижения успеха. При подведении итогов был показан фильм о ходе конкурса, его участниках организован показ моделей спецодежды и концертная программа.